Всем привет! Ну и сегодня продолжение прошлого урока. У нас в прошлом мы играли мелодию октавами. Сегодня мы усовершенствуем ее. Это будут ломаные октавы. Что такое ломаные октавы? Это вот мы делим нижний звук и верхний. Как это звучит? Послушаем. Берем правую руку. В правой руке у нас идет мелодия, также в октаву, но мы ее немножечко разбили на несколько пунктов. И как раз это в связи с разделением наших октав. Да? Как это происходит? Как заметили, здесь нет длинных длительностей, то есть все короткие, но мы достигаем, чтобы те длительности, которые длинные, чтобы они также длинно звучали за счет повторений, да? То есть у нас одна и та же октава повторяется несколько раз. Вот длинная повторилась 3 раза получается, а короткая 1 раз. Раз, три, один, раз, два, три. Да, вот таким путем, вот такое упражнение. А теперь, как это 2 руками медленно? В принципе, остается такой же, как вы заметили. И если так разобраться, на протяжении практически всех уроков мы делали упражнения на правую руку, усовершенствовали правую, а левой толком не занимались. Поэтому на следующем уроке рассмотрим усовершенствование левой руки. Не пропусти! Пока!